Вполне себе вкусные конфеты из Польши, довольно-таки дорогие, упакованы в металлическую коробку, потом пластик. Каждый из них имеет индивидуальный фантик красного цвета, форма, купол с небольшим рисунком, толстый вкусный шоколад, а внутри ликер, который практически не алкогольный, но, конечно, данный десерт я не рекомендую детям и беременным женщинам, так как алкоголь – это зло. Вкус приятно сладкий, без приторности, с ароматом нежным и горечью от шоколада. Скорее, состав более-менее адекватный, цена, правда, довольно-таки высокая. Могу рекомендовать как подарок приятный и как десерт, который еще имеет и запах ванили, и какао в основном. Собственно, это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ок. Ставьте лайки, дизлайки, как пожелаете.